вопросы. Понравилось собирать вертолет. Установка двигателей, монтаж трубопроводов, воздушная система, гидравлическая система. Первое время на заводе, конечно, было страшно, непонятно было. Большой завод, столько много народу, незнакомых людей было это все. Не понять, за что, куда идти, за что браться было. Но, конечно, был наставник, отец, он мне помог. Ну и также были работники рядом. Коллектив был очень хороший. И он сейчас хороший коллектив. Поможет всегда коллектив, что сделать, как лучше сделать, подскажет, подойдешь, поинтересуешься. Сначала заходит нам вертолет в цех, он полупустой, ничего там нет. А когда ты все уже на нем половину соберешь, намного красиво, приятно смотреть на вертолет. И уже гордость берет, что это ты сделал. Когда особенно выходишь, смотришь, когда летятся вертолеты с нашего Лунацкого завода, аж душу захватывает, когда он в воздухе летает. Сам гул этого вертолета. Да, я доволен своей сейчас зарплатой. Работать на Молоденском авиационном заводе очень интересно, достойно.